Привет, это Реборн. На канале Team Team вышел новый видосик, новый, короче говоря, карате. Интересно, как это будет вообще выглядеть, типа, я знаю карате, и наш разговор будет коротким. Наверное, вряд ли так, конечно, но давайте посмотрим. Надеюсь, будет весело и интересно, как обычно. Погнали. Короче говоря, карате. При поддержке паблика ВКонтакте Видеовайн. Это был четверг. Мы с братом смотрели. Почему всегда четверг? Сегодня вообще как бы понедельник, ну да ладно. Смотрели фильм про карате. Какой-то боец разбил ударом доску. Брат сказал: чувак, спорим на 100 рублей, что ты не сможешь так же. Я бы даже не спорил, сказал: да, не смогу. Типа, а зачем, если я не могу? Мы поспорили. Зачем? Если ты не можешь разбивать доски рукой, и зачем спорить, вообще смысл в чем? Не понимаю. Ладно. Так, чтобы выиграть спор, я должен стать настоящим каратистом. Что я про них знаю? У каратистов хорошая растяжка. Я решил потренироваться. И растянулся на кровати. Четко. Каратисты живут скромно. Нормально. И без излишеств. Почему тебе так кажется? Фигня какая-то, нет? Закрыл холодильник. Видимо, быть каратистом — это мое призвание. Закрыл холодильник. Нормально. Для тренировок мне нужно кимоно. Я загуглил. Кимоно стоит 2000 рублей. Мамин халат можно взять бесплатно. Да? Надел халат. Да? Выглядит потрясно. И вообще не похоже на мамин халат. И сразу с золотым поясом. А золотой пояс это что? Ну-ка, напишите, пожалуйста, в комментариях, я не помню. Хотя, мало того, что я не помню, так еще и забыл, да? Точнее, мало того, что я не знал, так еще и забыл, как говорится. Мимо проходил брат. Чувак, зачем ты взял мамин халат? Черт. Я посмотрел фильмы про карате. В фильмах каратисты, тренируясь, сильно били ногами по дереву. Я стал искать дома... А зачем ногами, если тебе нужно бить рукой? Что-то деревянное. Брат. Бей брата. Стоп. Получается, когда вчера я шел на кухню за чаем, я уже потренировался. Ставь лайк, если хоть раз бился ногой о деревянный порожек. Лайк. А, нет, стоп. А порожек я не бился, так что лайк не поставлю. Ну ладно, уговорил, поставлю. Четко. И больно. Но каратист должен терпеть боль. Я ущипнул себя. Стерпел. Посмотрел момент смерти Муфасы. Не люблю этот мультик, давайте ставьте дизлайки. Конечно, я заслушал. Не стерпел. Нужно больше тренироваться. Что я еще знаю о карате? Я снова загуглил. Карате родом из Японии. Чтобы познать карате, я должен познать и Японию. Ну, как бы, суши, мне кажется, больше американская еда, чем японская. Точнее, роллы, а не суши. Да, я немножечко перепутал. Тогда уж лучше бы мангу почитал, или бы аниме посмотрел. Япония прекрасная страна. Но суши я обожаю. Решил отработать свои удары. Отработал. Четко. Нужно продолжить тренировки. Это что, плойка третья, что ли? А почему не четвертая? Уже скоро пятая, у тебя только третья. А у меня никакой. Мастер боевых искусств может лежать на чем-то остром. Нужно найти что-то очень острое и полежать на этом. Твой юмор. Точно. Я положил на пол приправу из говяжьего дошика и полежал на ней. Четко. Зашел брат. Чувак, каратисты могут ломать кирпичи. Спорим еще на 100 рублей, что ты не сможешь сломать кирпич. Я попросил показать кирпич. Брат достал Nokia 3. Нормально, нормально. 3.10. На этот раз спорить я не стал. Согласен, этого разбить просто нереально. Чтобы познать карате, я должен познать Восток и научиться писать иероглифы. Я открыл свои лекции. Оказывается, я уже давно... Ну, владею иероглифами. Четко. Теперь мне нужно научиться медитировать. В интернете было написано, чтобы начать медитировать, мозг должен ни о чем не думать. Если честно, вот у меня никогда не получается так сделать. Вообще. Постоянно думают о чем-то. О чем-то нахрен неважном. Я 3 часа думал, как ни о чем не думать. Да. В дверь позвонили. Не получилось. Это была доставка из Макдака для брата. Так, я хочу стать настоящим воином, а настоящие воины защищают своих близких. Вошел брат. Нельзя тебе есть эту еду, да? Так, ты что, все съел? Я защитил тебя от вредной еды. Теперь я готов. Я настоящий воин. Брат принес доску. Я собрал все силы в кулак. Что-то какая-то доска тонкая, больше на бумагу похожа, не знаю. И разбил доску. Я выиграл 100 рублей. Четко. Я был очень доволен собой. Вечером вернулась мама. Увидела, что доска сломана. Брат сказал, что это я. Мама сказала, чтобы я купил новую доску. Я загуглил. Новая доска стоила... А, блин, в минус ушел. 500 рублей. Зашибись. Поставь лайк. Зашибись. Согласен. Блин, я хотел еще один лайк поставить. Видос офигенный. Я, как обычно, ржал, как безумная утка. Мне там кто-то просто писал, что я как утка смеюсь, да, ну окей. По-моему, прям реально все офигенно, мне очень понравилось. Надеюсь, и вам понравилась моя реакция. Если да, ставьте под ней лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии под роликом. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока.